Смотрите, как он Воронеж. Весь цветок. Весь в цветах. Это Ленинский проспект. Я сейчас нахожусь на Ленинском проспекте. Остановка Брусилова. Вот сейчас вот я на Ленинском проспекте, а за углом там будет улица Брусилова. И вот смотрите, как все. Здесь вот судебный участок мирового судьи. Здесь вот ирисы, но они еще пока не расцвели. Но скоро. Сирень уже цветет. И вот здесь вот магазин, медицинский центр. То же самое. Сирень. Не знаю, кто это высаживает. Сами ли те, кто арендует это помещение, или же все-таки какие-то. Да нет, скорее всего, это просто. Ну, в общем, не знаю, кто это высаживает. Факт тот, что очень хорошо. Правда, тротуар, вот видите, в каком состоянии. Пока не отремонтировали. Может, все-таки наш Гусев захочет сделать ремонт тротуара. Вот какие-то латочки. И все. Все, что есть. А вот опять цветочки. Ну, здесь довольно-таки. Да, скорее всего, те, кто здесь вот работает, наверное, они следят за этими цветами, поливают. И все такое. Возможно, даже высаживают. Вот они, ирисы. Уже набухли. Скоро распустятся. Если не сегодня, так завтра. Вот они, эти ирисы. Здесь то же самое. Здесь вот карнизы, шторы. Очень хорошие шторы здесь продаются. Можно даже вот на витрине увидеть. Очень красиво. Я просто сегодня туда зашла, но посмотрела и ушла. Пока нет такой возможности у меня купить шторы. Семейный гардеробчик. Гардеробчик. Тут, по-моему, закрыт магазин. Парикмахерская то же самое. Или, может быть, вот здесь вот вход. Посмотрим. Пожалуйста. Да, парикмахерская работает. Вот она. Парикмахерская Виктория. И вот гипермаркет Европа. Но я вам уже про него рассказывала, показывала. И вот здесь у нас Чернавский мост находится. То есть вот эта вот улица Брусилова. И вот туда дальше находится Чернавский мост. И там правый берег. А вот там вот сквер, то же самое, я вам уже его показывала. Не знаю, сегодня буду я показывать или нет. Сейчас я как раз иду туда, на остановку.